Пошел дождь. Сверкает молния. МЧС предупреждает. У нас дождь. МЧС предупреждает, было днем. И вот он разразился. Кто впервые зашел на мой канал, это самое синее в мире. Я живу в Дагомысе, это 12 километров от Сочи. Где-то 18 минут я еду на электричке. После дождя идем на море, посмотрим на него. Обратили внимание, что никто не купался, кроме детворы, и там несколько человек, потому что висел желтый флаг, купаться запрещено, поэтому мы сейчас пройдем в столовую и посмотрим цены на берегу моря. Ну что ж, прогуляемся по столовой, посмотрим цены. Кому интересно, нажмите на стоп. Паузу, и можно внимательно посмотреть. Сейчас мы подойдем к меню. Вот оно. Пожалуйста, смотрите. Можно бюджет свой верстать уже. Сколько вам нужно на питание? Но это самое дешевое из того, что есть на берегу моря. Рядышком есть кафе, оно, конечно, я вам покажу, но оно будет дороже и более высокий уровень. Ну как же без пива? Конечно, море пива. Все как должно быть. Подошли, вы посмотрите цены тоже. Нас не любят, чтобы снимали, поэтому я сразу показал. Вот, видите? Закончился наш день, но будет завтра, и продолжение следует. Смотрите, дорогие друзья.